Следующая остановка – 2-я Владимирская улица. Уважаемые пассажиры, в избежание травмирования необходимо держаться за поручень не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Владимирская улица. При выходе, пожалуйста, не забывайте свои вещи. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – кинотеатр «Слава». Уважаемые пассажиры, ожидая автобус, троллейбус и трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Кинотеатр «Слава». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – главная аллея. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Двери закрываются. Следующая остановка –
станции метро «Шоссе энтузиастов». Внимание! Трамвай начинает движение. В избежание падения держитесь, пожалуйста, за поручни. Энтузиаст. Перед выходом с трамвая проверьте, не забыли ли вы свои вещи. О бесходных вещах и подозрительных предметах немедленно сообщите водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция «Шоссе энтузиастов». Уважаемые пассажиры, во избежание травмирования необходимо держаться за поручнями только во время движения, только при отправлении трамвая от остановки. «Шоссе энтузиастов». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Буденного. Уважаемые пассажиры, за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1 000 рублей, а за неправомерное использование льготных карт – в размере 2 500 рублей. За неоплату штрафа в течение 60 дней предусмотрена административная ответственность. Штраф в двукратном размере, либо административный арест, либо обязательные работы. Проспект Буденного.
компьютерный центр Буденовский. Приходите, пожалуйста, не забывайте звонить. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – третья улица Соколиной горы. Улица Соколиной горы. Для выхода из трамвая нажмите кнопку на поручни. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – пятая улица Соколиной горы. Уважаемые пассажиры, во избежание травмирования необходимо держаться за поручнями не только во время движения, но и при отправлении трамвая. Улица Соколиной горы. Перед выходом из трамвая проверьте, не забыли ли вы свои вещи. О бесхозных вещах и подозрительных предметах немедленно сообщите водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Буденова, дом 24. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, уступите места инвалидам. Соколиной горы. Уважаемые пассажиры, наземный транспорт Москвы работает без сомнения. Вход во все двери. Для оплаты проезда, пожалуйста, приложите свой билет, безлимитную или социальную карту туризатора. Спасибо. Желаем приятной поездки. Улица Соколиной горы. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – 9-я улица Соколиной горы. Уважаемые пассажиры, в избежание травмирования необходимо держаться за поручни. Улица Соколиной горы.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – стадион Крылья Совета. Уважаемые пассажиры, напоминаю, что в трамвай ведутся водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Кирпичная улица. Уважаемые пассажиры, во избежание травмирования необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро Семеновская.